Cross that path when I get there, but I'm ready. Cross that path when I get there, but I'm ready. I gotta take what's mine, 'cause they won't let me. I gotta take what's mine, 'cause they won't let me. Всем привет, меня зовут Ксюша, и это влог студента-медика. Я учусь на первом курсе лечебного дела в МАРГУ и хочу показать то, как проходят мои учебные будни. Это я собираюсь на пары в понедельник в 7-10 утра. Вы можете наблюдать мой повседневный макияж, который не особо сложный. Сегодня мы с моей одногруппницей Полиной решили сходить в анатомичку, поэтому я беру с собой халат и кроксы. Время 7:50 где-то. Я иду в универ. У нас почти каждый день пары. С 8. Сейчас первая пара у нас лекция. Сегодня у нас есть какая-то. На эту пару лучше приходить заранее, потому что место может быть. Я попросила накупиться за некоторые. Все схвачено. Что-то Настя напевает. Хочется спать. Идея цивилизации. Зули только узнала, что по-английски проверочным бред. Цивилизация, она проходит все эти этапы. Первый подход, который вы... У нас отменили вторую пару по латинскому. У нас будет окно. Ну и, наверное, мы запишем еще один подход. Я пойду препараты смотреть. Косточки. Вообще мы посмотрели, косточки встали, это выматывает. И из таких радостных новостей нам пришла стипендия. Гуляем. Сегодня как-то не солнечно, но и не надо, я уже устала. Идем на пару. Да, какая осень. И купили еду. Зачем тебе моя пена? Поставили на кассе вместе с моими пончиками. Ой, дождь идет. А пену у парня, который был передо мной. Я говорю, вот, мои пончики. Продавщица такая, это не твое, такая, это не мое. И парень такой, зачем тебе моя пена? Мне нравится такой вайб осенний. Все, у нас, кстати, прошел английский, мы писали тест. 89 баллов. 69. А ты сказала 79, нет? У меня? Да. 79. А, ой, я перепутала. Нормально. Сейчас будет медицинская физика. И потом все. Лаборатория. Я устала от них. У меня сейчас чай остынет. Будет неприкольно. Оператор. Уровень бог. Все, давай, погнал. Все хорош. Ну и так плохо. Она не магнит, она железо лучше. Вообще-то пластик лучше. У нас не по-детски, у нас из каких-то приколов. Это мой племянник. Сколько ему? Он в 16-м году родился. Он только на первый курс пошел. А, ну так я? Как я? Да, получается 18. Да, 18. У меня до сих пор паспорт спрашивают. Ну типа, вот, типа, молодежь. Опоры ничего. Допустим, как найти на страницу. Ничего не понятно. Сначала мы делаем в одном положении. В одном моменте.
периода поступления заболевания. И уже потом... Don't hurt me, no more. Что-то одно имя запускается в эту... Что это за... Физика прошла успешно, почти всю пару, мы просто угорали. Я спала. Да когда ты спала? Ты не спала, мы угорали. Тех игрушек. Да, всякие. Ну, в телефончике. My Little Pony загрузка. My Little Pony. Сейчас уже 6:30. Я собираюсь идти на танцы. После пар я пришла домой и просто все вырубилась. Такая погода пасмурная. И из-за этого состояния вяло немного. Вся какая-то уши, не знаю, у меня энергии нет. Скорее всего, на танцы приду и будет вот так вот мне весело очень. Ой, гоу. Мы сходили на танцы, мы потанцевали. Ну, я почти не танцевала. Все. Что с ним? Что с ним стало? Stray Kids! World Domination! Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Я после танцев взбодрилась хорошо. И сейчас я буду учить Маганетти что? Анатомия человека. Косточки. Косточки. Зачет по косточкам скоро будет в среду. Уже вторник. Я ужасно хочу спать. Это... Все, капец. Я пью чай, потому что кофе я не хочу. Еще что-то как-то холодно. Но сегодня какое-то тяжелое утро. Обычно начиналось полегче. Как-то да, сдаю позиции. Не получается. Отмываем паёчек, вытаскиваем, извлекаем. Дальше снова вороночку обмываем. Я забыла даже слово. Мы пришли сегодня опять смотреть. Домой. Да, в свой дом. Вот Д корпус. Д дом. Все. Все правильно. Все четко. Сегодня очень солнечно. Класс. Прям радостно на душе от этого становится. Да. Мы сходили, посмотрели кости. Мы разобрались. Я разобралась в тазовой кости. Это успех, я считаю. Thank you.
Ждем нашего куратора, который просто нас игнорит. Ну что, мы сразу поняли, что завтра будет супер хард дэй. У них зачет по нашему, а у меня уже прошел. Последний пары. Вышло туда. Он не придет, а не я попробую. Кстати, да. Время 2:30. Пара закончилась примерно в 2:00. Это в честь получения своей первой стипендии по фану. Завтра у нас 4 пары. Мы закончим где-то в 5:30. Еще я хочу сделать заказ на Домодресс. Там заказать безрукавку и большую сумку для учебы, потому что с рюкзаком я что-то подустала ходить. У меня стипендия как пришла, так и ушла. Все, я сделаю заказ, и у меня ее не будет. Погода, конечно, хорошая, приятная. Завтра будет вообще хард дэй, убийственный просто день. Вот что будет завтра, вот сами увидите, посмотрите. Ну ладно, живем. Конец первого месяца в медицинском. Это еще цветочки. Вы знаете, хочется еще посидеть в какой-то кафешке, поболтать, да, вот так. Время хорошо провести. Но с другой стороны, не хочется ничего. Я устаю. Все выматывает. Хочется только спать. Время уже 7 почти. Я ничего не вижу, потому что я сняла линзы и умылась. Вот так лучше. Так я хотя бы вижу себя. Home vibe. Я уже спала, отдохнула, сделала заказ и все. Обезничаю. И тут у меня самая любимая. Я хочу вам показать свои записи, свои рисунки, потому что считаю, что они достойны вашего внимания. Так, начнем с позвонков. Вот у меня тут так много позвонков я рисовала, я не могу. Вот все. Поясничная, это у меня уже крестец, он мне очень нравится, прям красивый такой. Скапуля. Ой, вот лопатка мне тоже очень нравится. Плечевая кость. Лучевая. Соединение лучевой, локтевой. Локтевая. Кисть. Это уже идет таз. Непонятно, но поверьте, так надо. Так нарисовано в атласах, учебниках. Бедренная, большеберцовая и малоберцовая. Стопу я не нарисовала, мне уже лень. Это лучший ток, который есть. Вообще, молочная девочка. Мне кажется, что я не буду потом так рисовать. Сейчас я уже не стараюсь. Вот последние кости, это я еще не старалась. Просто как получается, так рисую. Просто во время рисования я кайфую. Это как терапия. Слушаю какую-то спокойную музыку, либо классическую, либо просто отдыхаю. Короче, как пойдет, как карта ляжет, допью чай и доучу оставшиеся кости, которые я еще не учила нормально. Надеюсь, завтра все будет хорошо. Мне кажется, на сегодня я все, я заканчиваю снимать влоги. Мне уже сегодня не очень хотелось снимать, потому не было сначала желания, а потом оно чуть-чуть появилось. Я так думаю, ну ладно. Просто от настроения зависит. Ну что ж,
Всем спокойной ночи. До завтра. Спите тепло. Это третий день моего блога. Перловара у нас сейчас анатомия лекция. И мы мертвы. Сейчас анатомия, потом диалоги, потом общий уход и зачет по анатомии. Еще лучше. Опять опросник этот. Короче, нас решили опять приходить в небольшую аудиторию. В прошлый раз у нас в аудитории была огромная аудитория лекционная. В этот день замечательно. Нас опять сюда посадили. Ну, одну пережила. Я пережила все. Вот она все, ей крутая, ей хорошо. А мы сегодня не кайфуем вообще. Мне уже голова болит. Мы сидели в душном кабинете. Капец. Свежий воздух. Себя. У меня есть еда. Биология. Там речка, ручки. Вот так вот. Breakfast time. Мне не было завтрака. Хочу обедать. А девушка сделала так, чтобы ее подруги не понимали от твоего красоты. Люди-то учатся. Не то, что мы сидим везде. Я только выздоровела, хожу, блин. Я еще и не выздоровела. Хожу, блин. Все болеем. Сегодня Полина на день рождения. Мы ее очень любим. Ладно. Я особенная. Любимка получается. Мы вернулись в времена, когда сдаем конфетки на день рождения. Большой верх. Анатомия. Значит, по пути сейчас где-то ворона, допустим. Будет так. Сказали передать самой красивой девочке, у которой сегодня день рождения. Традиция. Самое главное, крепко. Как медики. Это мы перед зачетом. Что будет после? После нас не будет. Первые эмоции. Краснела. Кошмар, я тоже, наверное, я уже отошла. Мы все там краснели. И он сам. Не надо угорать. Да. Ощущение, что он вообще почти самый быстрый. Ну, быстрее всех рассказал. Ему уже не хочется. Это левая ключица. Это левая ключица. Нет. Это правая ключица. Нет. Я сижу, думаю, ты надо мной издеваешься. Ладно, я, ну, лопатку я быстро сразу определила. Левая, сказала, да? Левая. Нет. Нет. Это правая. Нет. А как? Это же спит. Вот. Я просто, я все равно не понимаю. Думаю, зачет. Я думаю, там хорошо. Я ему бедренную кость хорошо сказала. Был этот бугорок, конусовидный у меня в башке, а он какой бугорок-то этот? Конусовидный. А, у меня ребро было. Я с ребром налазила. Есть хочу. Спать. Не спрошу, зачем? Домой. И домой, 20 минут. Но домой ненадолго. У меня еще сегодня танцы. В пол восьмого. Я тут в дверь не врезалась. Я уже дома, но это ненадолго, потому что я сейчас кушу. И иду на танцы. Разминка. На самом деле я не такая уставшая, как могла бы быть, как я думала. Но день сегодня был просто чем-то мощным.
Я сейчас на шпагат, блин, растянусь. А я... Опа, опа, погнал, погнал. Давай бы ты там, что ты вылезла, да, вообще? Это видео, что ли? Митчес, да. Ой, все. Я думала, что это состояние у меня садится. Неплохо. Знаете, на какой я шпагат могу? Что, тут тоже? Давай. Давай. И у меня... Ай, осторожно. У меня подня такой же. У меня все. В целом. Не подожди. Топ, да, штаны одинакового цвета. И топ, и штаны одинакового цвета. Это вы сговорились, да? Да. У нас связь миндальная. Вообще-то у тебя была со мной миндальная связь. С тобой тоже. Хейдей. Только посмотри на их лук, они сговорились. Они хотели, чтобы я выглядела как третья лишняя. Вот они сговорились. Не видно, да, было? В итоге я на один год ошиблась. Следующий год. Семинар. Следующий год. Готовится. Да. А че вот они давай, стоят? У нас... В общем. Я зацепила одну точку. Вчера очень хотела есть. И сегодня, в принципе. А, сегодня я энергетику пила, и все, у меня желание есть, как рукой сняла. Желание есть, отпал. Так, вчера в чем заключался зачет? В чем заключался зачет? Мы тянули билетики и рассказывали про косточки. И в каждом билетике было 3 кости, про которые мы должны были рассказать, что на них находится, всякие бугристости, поверхности, отростки. Вот. И сказать название на латыни и показать все. Ну, в принципе, просто работа с препаратами. Над нами угорал препод. Спасибо ему. У меня было ребро, лопатка и бедренная кость. Лайк. Зачет. А у тебя что было? У меня ключица, таз и крестец. Вот, я с ключицей запоролась. Я с ребром. Хотя по факту, типа, такие простые вещи. Ну ладно, зачеты. Это уже радует. Следующая тема – череп. Вот там будет жестко. Вот все, пора на физру. Ну-ка, дай еще 20 минут. У нас физра осталась. И мы идем домой. Я еще... Ты на работу, я потом на танцы. Какой домой? Отдыхать? Нет. Отдых это не по нас. Мне с утра выглядело так, будто я неделю не спала. Окей, бай. И все, я дает. Дает.
общались. Вот это. Ты продолжаешь, типа? Это продолжение Бога. Студенты до сих пор не пополнили свои электронные портфолио в МКС. У каждого студента то. Получилось. Делали задание. Четыре задачи. Четыре задачи по химии. Все 10? Идем, вообще не реагирует на нас. Мы свистим. Это вам. А ты думала, кого? Да. И мы еще. Ну, если у них стабилизатор, то, конечно, надо. У меня свой есть. Есть стабилизатор? Да. Что, мне с собой надо его каждый день брать? Такие влоги будем снимать. Ой, ну все, беру на следующий влог. Мы закончили сегодня раньше, потому что нам отменили саморазвитие в середине дня. Окей, здорово. Сейчас я уже собираюсь на танцы идти. После них пойдем с девочками чай. Так что суббота у меня вот такая вот должна быть. Но я уверена, она будет такой. Здесь должна быть мотивирующая фраза. Да. Как карта ляжет. Как случилось, так и должно быть. Я себя в физику вот успокаивала этой фразой. Еще помогала? Да. Я добилась чего хотела. Вступила на медика. На бюджет. На бюджет. Мы. Ну, те, кто танцует женскую хорягу. Лучше. Первый куплет. И первый. Привет. Да. Установку на припев мы сделали, наверное. Да. Получается еще Я так показываю, да? Никогда танцевали, уже прогоняли окончательно. Да. Звуки, топот ног одновременно, это прям рай для ушей. Ну что ж, вот и подошла к концу четвертой недели обучения. Мне самой очень нравится весь этот процесс обучения, так что я пока кайфую. Нам, лечебникам, повезло, что у нас пятидневка, потому что педиатр учится еще и по субботам. А у нас все в неделю умещается. С вами была Ксюша. Всем тепла и позитива.